В Твери отметили День физкультурника. Торжественное мероприятие с участием губернатора Игоря Рудени прошло во Дворце культуры «Металлист». На нем были вручены награды тренерам, учителям, коллективам спортивных школ Верхневолжья. Подробности прямо сейчас. Зажигательные номера на сцене и десятки титулованных спортсменов и тренеров в зале. В такой атмосфере в Твери отметили День физкультурника. К работникам и ветеранам сферы физической культуры и спорта, спортсменам, их наставникам и всем приверженцам здорового образа жизни обратился губернатор Тверской области Игорь Руденя. Тверская земля является родиной многих прославленных спортсменов и тренеров. Мы гордимся тем, что в историю нашего спорта вписаны имена таких олимпийских чемпионов, как Антонина Середина, Виктор Капитонов, Федор Богдановский, Юрий Захаревич, Юрий Михайлов, Илья Ковальчук. Их яркие победы стали частью спортивной летописи нашей великой родины. Сегодня вместе с нами находятся выдающиеся представители отечественной школы гребли. Это призеры Олимпийских игр Дмитрий Николаевич Бехтерев, Виктор Викторович Денисов. Также в этот же день прославленные уроженцы Верхневолжья, представители спортивной отрасли, были отмечены наградами и благодарностями губернатора Тверской области. Сегодня в Верхневолжье идет активное развитие спортивной инфраструктуры. Всего в этом году в муниципалитетах Верхневолжья при поддержке областного бюджета устанавливают 10 новых стадионов. Они будут расположены у школ городов Кимры, Осташков, Торжок, Нелидово, Старица на территории Калязинского колледжа имени Полежаева. В областной столице у школ номер 18, номер 45, номер 34 спортивной школы Олимпийского резерва «Тверь». В региональном центре также ведется строительство двух грибных баз на Волге и Тверце. В ближайшие 5 лет в регионе планируется ввести в эксплуатацию еще не менее 10 крупных спортивных объектов.